Привет, я дядя Федор. Сегодня я посмотрел мультики. Garfield, Surf's Up, Lego Movie и Pocahontas. И понял, что российские мультики все-таки лучше, все-таки интереснее. И их я больше понимаю, чем эти зарубежные мультфильмы и их шуточки. Сейчас я пройдусь по книжкам и докажу вам, что русские мультики лучше. Так. Ой, Федор, что с тобой? Я большой. Так я буду выглядеть, когда буду большой. А ты кто такой? Муа-монстрик. Такой добрый монстрик. Я рок умею играть. Ага, круто. Вообще, ты молодец. Да, я знаю, я крутой. Ура, классно. Дим Димыч, может, тоже в приставку играть? Я дядя Федор. Я никакой не Дим Димыч. Не, с тобой кашу не сваришь. Так, какая из принцесс лучше? Белоснежка. Ду-ду-ду-ду-ду. Это? Нет. Ду-ду-ду-ду-ду. Это? Да. Вау. И то российский мультик называется «Белоснежка». И «Семь гномов». Да, он очень крутой мультик. Американская версия мне не понравилась. А, есть еще один топовый мультик в России. И это кто? Унти. Есть и мультики про Лунтика, и игры про Лунтика. Вот, он ходил по свету, искал друзей. И всем помогал. Он помогал кому? Пауку-шлюку. Ну, вообще, Кобей-кобей-чу. Вот от начала зарядка раз, потом завтрак два. И даже... Лунтик, привет, куда идешь? Всем он помогал. Он был очень добрым. Вот. Тогда еще один русский мультик в айфоне у нас. Что? Это не русский мультик. Это Total Drama. Хотя российская версия Total Drama мне понравилась. Там хоть по-российски все разговаривают, по-русски. Там можно понять, что они вообще говорят. А, кто не смотрел Total Drama? Дядя Федор. Я не смотрел. Вот. Есть еще один мультик классный, Disney, «Тачки». Но мне тоже очень понравилось, как тачки говорят по-русски. Тачки. Куда же вы, тачки? Не бояться из-за этой морды, посмотри. Нечего меня бояться. Вот. Следующий интересный мультик. «Приключения капитана Врунгеля». Где капитан Врунгель на своем корабле плавал вокруг света и ловил чего? Крокодила. И кушал кашу ванную. Мы бандито, гангстерито, мы костето, пистолето. Что делал еще? Боролся бандито, с гангстерами, бандитами, да. А вот я. А вот тебе.
Очень классный остросюжетный мультик. Вау. Еще тачки. Еще тачки. Ну, тачки интересный был мультик, особенно когда он ехал. Тачки 2 по Лондон. По Лондон. Это Токио! Лондон. Это Рим, Италия. Лондон. Вот это Лондон. А самый мой любимый мультик это... Ну погоди. Да, заяц, правильно смеешься. Ну погоди. Пока, заяц. Но тут еще два мультика интересных есть. Есть кот Леопольд и паровозик из Ромашкова. Идем дальше. Дальше у нас бременские музыканты. Бременские музыканты. Но не эти, а вот эти лучшие были. Эти настоящие бременские музыканты. Особенно мне нравится, как поет. Ничего нельзя понять, что она поет. Также очень интересный мультик про... Где Фунтик? Где мой поросеночек? Фунтика. Который что делал? Хорошо бродил по свету. Ищет. Карамелькой за щекою. Бродил... Да, по свету. Заяц, что мы такого смешного сказали? Ты сказал, что кот под русским детям и... Почтальон печки тебя закопают. Что? Кто меня закопает? Волк, разберись. Пока. Ну вот. Так, еще есть у нас тут мультики. Например... Антошка. Про лентяя Антошку. Гуся. Про гусей. Мультик Пятерок. Винни-Пух. Крокодил Гена и Чебурашка. Вот сколько интересных мультиков. Вот. Тихо, 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 тихо. Так, а сейчас мы садимся в такси и едем к главному эксперту. Кто расскажет нам, какой самый крутой мультик на свете. Итак, эксперт на сегодня. Привет, Титор Куб. Дежабль. Ага. Покажи нам самый классный мультик на свете. Что? Это же Total Drama. По-английски? Почему не по-русски? А, все равно классно. Много классной музыки. Особенно про дирижабли. Ага. А где дирижабли? Маркус, где дирижабли? Нету.
нету дирижаблей, тогда я выключаю эту музыку. Все, я обиделся.